Здравствуйте, уважаемые любители чинить технику своими руками. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно починить машинку. Вот имеем такой вот Indesit DL40. Проблема в следующем. При включении машинки моргает, получается, первый и третий индикаторы. Это везде в инструкциях написано, что это засорен фильтр. Прежде чем лезть во внутренности машинки, нужно, во-первых, отключить от питания, для того чтобы снять напряжение. При машинке нужно замкнуть контакты какой-нибудь отверткой ненадолго, чтобы разрядить конденсатор. Далее посмотрим. Если так моргает, нужно посмотреть фильтр. Фильтр у нас находится внутри машинки. Вот здесь снимаете трубы очистки. Фильтр, смотрим на него. Здесь он, видим, в принципе, в порядке, ничего такого сильного нету. Крупного. И фильтр мелкой очистки. Здесь тоже, как мы видим, все в порядке. Далее, если здесь в порядке, возможно, засорилась внутри двигатель, который убирает воду из машины. Вот тогда нужно вам разобрать снизу поддон, там, и посмотреть двигатель. Там двигатели два, их сразу можно, в принципе, будет определить, какой из них на отсос воды. Его снять и посмотреть, чтобы он хорошо вертелся. В данном случае у нас проблема другая немножко. При включении машинки вот этой кнопочки, при включении закрытой крышки, у меня сразу начинает работать двигатель, который нагнетает воду. То есть, но не в полном объеме, а небольшой скоростью, и если воды достаточно набрать, то вот этот крыльчатка начинает потихонечку крутиться. Это, в принципе, можно заметить, если включить машинку на мойку и включить на мойку и резко открыть дверцу, будет видно, что оно маленько крутится. Это проблема с симистором, который находится вот здесь, в блоке питания. Как разбирается и что случилось, сейчас я вам пытаюсь объяснить. Так, ну вот, значит, открываем дверцу. Теперь аккуратненько снимаем крышку. Видим вот такую штуку. Этот симистор находится вот здесь, с внутренней стороны. Сейчас мы его будем доставать. Прежде чем снимать вот эту плату, лучше сфотографировать, чтобы потом знать, куда какие проводки подсоединяются. Особенно вот эти два, потому что они одинаковые по разъемам, не можно их перепутать. Здесь лучше аккуратненько, отверточка должна быть тоненькая, чтобы ничего не сломать. Все просто. На данном этапе делаем фотографию, чтобы ничего не упустить. И снимаем все контакты. Вот этот контакт не снимается. Он целиком идет. Достать достаточно легко.
достаточно легко. Вот мы вытащили. Так, ну вот, как мы видим, вот подгоревшая часть. Идем ее менять. Продолжаем. Сразу я бы эту штучку на магазине нашел. С помощью интернета нашел, что это семистр. И также узнал сразу замену этого семистра. Вот я, собственно говоря, его купил в интернете. Можно найти вот на этом сайте. Там же можно найти и характеристики, и способы подключения. Вот. С помощью сайта я выяснил, что здесь немного различия в вот этих вот контактах, поэтому придется немного помучиться. Ну и по размеру он оказался немного больше, но главное, чтобы все заработало. Вот сейчас будем перепаивать. Ну вот, смотрите, просто сипайте, получилась вот такая штучка. По-другому просто заметить не получилось. Внимательно посмотрите все контакты, чтобы ничего лишнего не было задето. Иначе будет это очень плохо. Вот. Пойдем пробовать подключать. Так, вот теперь все подключаем в обратном направлении. Все собрали в кучу, теперь проверяем. Так, включим на полоскание на четвертый режим. Проверим. Все, машинка работает. Приятного пользования. До следующего видео.